Данил, стой! Стой, Данил! Видно, как колеса на давлении 0,7-0,8 проминаются. Резина плющится очень хорошо. Грязью без расширителей кидается и ничуть не хуже. Хода подвесочки на Ниве поражают меня. Тойоте на трех колесах уже, конечно, посложнее это дается. Племянник за рулем, да. По-моему, первый раз едет на моей памяти. Выбило коробочку только что. Сумасшедшие колеса у Александра. Здесь я лучше отойду. Там со стороны-то люди летают просто по диагонали. По-моему, лебедочка, да? На лебедка. УАЗик, резанные трактора. Нашел себе приключение на ровном месте. Кстати, едешь? Я ему посоветовал. А, ты его посоветовал? Он очень хороший. Цель сегодняшнего выезда была не сломать патрол. Судя по тому, что мы уже попробовали, он, видимо, и не планирует ломаться. Поэтому новая цель выезда – мы суемся в самую жесть. Здесь не ездил уже никто очень давно, все следы ведут по другой трассе. Леша, да, сейчас Алексей за рулем, который Алексей Геннадьевич, который на тентованном УАЗике. А, он бережет лакокрасочное покрытие. Да, там было очень глубоко. Да, да. Блоку включали? Проверяли переднюю блоку. Я уверен, что кто поедет здесь, будет ему не очень сладко. Хотя сейчас посмотрим. Невасик решил объехать. Что вы вышли? Давайте сюда. Женя сегодня не в руле. Сын. Сынуля. Штурмит, орудит.
тянули, не штурмит, а рулит. Подрастающее поколение уже, можно так сказать. Ярик забурился ходами. 35-е Сильверстоуны не сдюжили. Надо было попробовать. Надо было, конечно, чего нет-то. У Санька сегодня изи каточка. Везде все само. После этих слов Саша начинает злиться, включает пятую пониженную, шестую повышенную. Но протектор не позволяет сделать чудо патриота. А что туда-то не... На ровных колесах есть! На ровных колесах есть! Да, и туда даже чуть-чуть. Мне это уже много, да. Так, давай. Стоило мне только с камерой отвернуться, и ребята сели. Да, будет хороший такой. Причем сели так конкретно. А назад пробовали? Блоку в переднюю. Не, повис на коряге. Да, оказалось жесточайшее препятствие. Интересно, насколько сильно салон залило. В салоне мокро? Салон сильно залило? Сухо? Охренеть. Но есть и свои преимущества. А? Крыша капает? Охренеть, и правда сухо. Тойота, к сожалению, с атрофированным колесом не смогла преодолеть сама. Сзади там тоже веселье вовсю. Шишига после моего патруля. Не едет. Обо что зацепилось, интересно? Патрулек не прошел, сказал Виталик, и лебедка. Ярику, видимо, не было видно, что я здесь страдал. Патрол здесь сидел. Я его не успел предупредить, он сходу пошел. Там что-то торчит. Здесь. Да нет, тут очень глубоко. Не-не, патрул. Вот я шагнул, смотри, это колея. А по центру, ты меня к этому. Надо вот у этих спрашивать. Патрол Стефана где-то откуда-то вылез, проехал. Встал в очередь, а у Ярика намокла сцепа. Сейчас будем как-нибудь просушивать. Шишига решила мое препятствие взять ходом. Видимо, там все-таки какая-то магия и что-то торчит, потому что ни патрол, ни ГАЗ-66, ни Ярик, никто здесь не смог проехать.
Интересная лужа, интересная. Повезло. О, пахарь. Как мне доложили, когда застрял патрол, ни одна из блокировок не была включена. Но, судя по шишиге, даже если бы они были все включены, вряд ли бы ему это помогло. Ну, а мы едем дальше. Дальше у нас впереди еще только самое интересное, короче. В очередной раз патруля решили бросить в непроходимое какое-то болотце. Сейчас будем смотреть, к чему это все приведет. Хорошо. Не хватает клиренса. Не хватает клиренса немножечко нашему патрульчику. Все? У вас есть колеса больше в наличии? Естественно. Сейчас принесем. Остальные решили поберечь машины и проехать в объезд. Собственно говоря, правильно сделали. Здесь все намного более твердое, намного более безопасное. Встает на трех колесах, тоже справляется уверенно с сие препятствием. Воды много, но все твердо, все хорошо. Проблем здесь быть не должно. Патрулю клиренс оказался не по зубам, точнее высота колеи. Лебедка тащит уверенно, бодро, толком не напрягается. Но нужно больше клиренс. Порталы, вы где? Очень узко, не прошли. Реально не пролез? Не пролез, не пролез. И мы застряли кузовом по ширине. Ярик, к сожалению, дальше продолжает путешествие на лебедке. Ой, не на лебедке, а на трассу за ГАЗ-66. Хорошая лужа. Вообще по красоте. Дверь выправилась обратно. Стой, стой, стой. 0,7. Стой. По диагонали на Вову. Направо езжай. Вспомни, что он плохого сделал, дави его. Стой, 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 стой. Под нагреб.
все, оставь. Оставь, оставь. Не надо бороться. Вова. Да не, это без бороться. Я тебе дам руку. Извини, подрезал. Нет, исключено. Выхлоп, скорее всего. Еще я понял, что на патрол нужны расширители. Потому что засирает его, конечно, просто моментально. Продолжаем тестить патрол непонятными. Еще бы блоку. А, не, выключено. Непонятными траекториями. Ты уверен? Да это бревно, оно пофиг на него. Все. Ровно улица. Но нужна, наверное, когда-нибудь. Проходишь! Проходишь! Давай, давай, давай. Машина Ярослава непоколебима. Подведу небольшой итог по поводу патруля. Лично мое субъективное мнение. Я очень доволен, как он едет. Это раз. Второе, ну, везде, где он застревал, до этого застревали и другие наши участники, там, фавориты, скажем так, вроде Вадима, например. Поэтому я всем доволен, а главное, что пока что все у нас на месте и все работает. Сейчас мы ждем продолжения истории с Ярославом. К сожалению, там все совсем не так просто, как нам хотелось бы. И опять то же самое место, где я отстегнул Рубикон Саши в прошлый раз. Вроде бы начали куда-то ехать. Шишига опустилась в лужу. Где сел патрол? Я думаю, без Ярика была бы примерно такая же картина. Егор, ну ты куда? Ты что, ты цепу продолжаешь мучить? Не мучай лучше. А мы сейчас воду тебя запустим, и ты будешь... А, не палится? Нет, чувствую запах, нет, я сейчас газ попал. Да. Только хотел включить динамку, камеру, и динамка подвела нас в очередной раз. А хотел я сказать, что дорожка у нас будет интересная. Саша, судя по лицу, не ожидал такой ступеньки здесь.
рамка уже перевязана 10 тысяч раз. Дорожка очень хреновая, конечно, стала, учитывая, что Исузу теперь нас сильно притормаживает. Я сегодня прифанател от этого УАЗика, но это не потому, что он... Случайно встретили ребят, очень кайфовые. Путешествуют с песиками. С песиком ходят там. Кайфовый УАЗик. А здесь у нас картина, к сожалению, пока что не меняется. Продолжаем издеваться над патрулем. Едем там, где никто сегодня не ездил. Похоже, порвали колесо. Ну что, уважаемые зрители, как вам 4,8 бенз на 42-х тракторах? Я лично горд и доволен. Этот звук шипения был, это потоком грязи открыло барашек. То бишь, ничего серьезного. Колесо не порвалось, все в порядке. Отлично проезжает у вас. Олег, как всегда, в шоке. Приехал Стефан, не знает, куда ему сунуться, проехал мимо. А, вообще решил туда. Очень сильно травлены колеса, мне даже интересно, он пользуется тайр-локами или нет. Красота, товарищи!